заключенный номер 742. Определен во второй блок. Мы работаем над этим словарем уже 20 лет и не сдвинулись с места. Я верю, что экстраординарные способности мистера Мюррея станут нашим спасением. Это огромнейшая задача. И невыполнимая. Я нашел уникального специалиста для нашего дела. Вот только с ним есть одна проблема. Он сумасшедший. Не верю, что добился встречи с вами. Вас охраняют как самого опасного преступника Англии. Я долго ждал вас. Теперь мы настоящие партнеры. Вся моя жизнь, все, к чему я стремился, было подготовкой к этому труду. Они считают, что я безумен. Я сделаю все, чтобы вытащить вас отсюда. Мне нужны только книги. Вот что нам удалось пока опубликовать. И это только начало. Имя Уильяма Майнера нигде не должно упоминаться. Чего вы так боитесь? Разве преступник не может искупить вину? Мистер Черчилль! Если вы верите, что каждый человек в своей жизни заслуживает получить шанс, мы должны освободить его, или он погибнет. Когда я читаю, я улетаю из этого места на странице книг. Я уже достиг края света на крыльях слов. Мы теперь связаны. Как братья. Американец и шотландец. Один из Оксфорда, другой из Йеля. Один гений, другой преступник. И я не знаю, кто из нас кто. Этот безумец гениален и обведет вас вокруг пальца, чтобы выйти на свободу. И все-таки я готов рискнуть.